По словам министра, в первую очередь отправлять служить нужно тех, кто не поступил в учебные заведения после школы, осужденные, безработные лица, занятые в неформальном секторе экономики. Также Тамара Дусенова предложила возобновить практику строительных батальонов, где можно организовать обучающие курсы для получения дополнительных специальностей. По данным министерства, на сегодняшний день в республике насчитывается порядка 686 тысяч безработных людей призывного возраста. При этом 68% из числа самозанятой и 38% безработной молодежи проживают в сельской местности. Также министр сообщил о том, что для эффективной работы Министерства здравоохранения и социального развития примет совместный межведомственный приказ Министерством обороны, в котором будут расписаны все детали данной работы.